Всем большой привет! Сегодня будем готовить необычное заливное на пасхальный стол. Список необходимых ингредиентов будет в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала подготавливаем формочки. Берем сырое яйцо, с тупой стороны пробиваем скорлупу, расширяем отверстие и выпускаем содержимое яйца в какую-то емкость. Таким образом делаем 5 формочек, после чего скорлупу промываем проточной водой, помещаем в содовый раствор на полчаса для дезинфекции, затем еще раз ополаскиваем чистой водой и высушиваем естественным путем. Когда формочки будут готовы, высыпаем в стакан 1 столовую ложку быстрорастворимого желатина, добавляем в несколько приемов 200 мл теплого мясного бульона, посоленного и поперченного на свой вкус. Хорошо размешиваем, процеживаем через сито и даем полностью остыть. В это время подготавливаем остальные продукты. 50 граммов копченой колбасы нарезаем небольшими кубиками. Такими же кубиками режем 50 граммов копченого куриного филе. И треть красного болгарского перца. Веточку петрушки разбираем на листочки. Также нам понадобится консервированная кукуруза и зеленый горошек. Дальше наполняем доверху скорлупу всем, что имеем в перемешку. После чего заливаем каждое яйцо остывшим желатиновым раствором. И отправляем в холодильник не меньше, чем на 5 часов. По истечении времени снимаем скорлупу. Аккуратно стучим по ней со всех сторон. Обмакиваем яйцо в воде. Руки также смачиваем водой. И чистим закуску, как обычное яйцо. Вот и все. Оригинальное заливное на пасхальный стол готово. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.